Здравствуйте, ребята, хочу сделать небольшой обзор, не обзор, а анонс. У нас сегодня Yamaha представлена, это усилитель Yamaha модель AX700D, 100-вольтовый из Японии, ребята, с вашими любимыми Burr Brown 56 PCM ЦАП. Также поставил рядышком, ребята, сидюшечки от фирмы Yamaha. Это модель слева 596, справа Yamaha 1000. Ихний дизайн, ребята, совсем одинаковые. То есть по цвету, по крышкам, по внешнему виду. Поэтому, кому интересно будет сделать себе подарок на Новый год, и взять комплектиком усилитель с ЦАПом, ребята, и сидюшечку на выбор любую. Будет вообще очень хороший подарок на Новый год любителям очень хорошего, высокого качества звука. Всем большое спасибо за просмотр. Полноценный обзор, ребята, по данному усилителю будет чуть позже. Усилитель после полной профилактики. Все почищено, пропаяны все платы. Офигенный аппарат,
Это уменьшенная копия AX2000, ребята. Отличается по мощности, но ЦАП, ребята, P756 на борту те же самые. Звуком вы будете очень довольны и удивлены, как этот малыш, я его назову малыш, как он звучит. Послушаем, посмотрим в следующем видео, ребята, если он доживет до обзора. Всем спасибо большое, это был микроанонс. До свидания, подписывайтесь, ставьте лайки.